Тут вообще лютый рандом. Я даже не вижу, куда они летят, пули. Нет, у меня все нормально. В голову! В голову с такого расстояния! В голову! Ё мать, да что за такая херня? Кто этот нигер? Только левый? Да. А у них чисто правый. Лол. Да-д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 а. Вау, нифига, с одного выстрела убил меня. Да-д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 а. Это просто как в Ганста, Ганста, вот эти гангста, щит, бичес. Хэй, нига, любишь выигрывать дорогие скины и тратить все деньги на шлюх и кокаин? Стоп. Я хотел сказать на крутые кейсы и крутой шмот, братан. Если да, то тебе на CSGO зону. Супер низкие цены, моментальная доставка, живая лайф дроп лента и отличная служба поддержки, которую можно написать в любой момент. CSGOzone.vs. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Только для настоящих нигеров. Хутыщ. Всем привет, друзья, с вами Варпач и Делайт. Всем привет, друзья. И мы сегодня будем бегать с вами, посмотрите, на чудо супер скорости, еще и летаем, еще и на карте Майнкрафт. И самое интересное, просто посмотрите, вот как стреляет Негев у нас. Как лазер. Это просто лазер, посмотрите, сколько выстрелов в секунду. Просто вообще, смотри, сколько дырок в стене. Это можно нахрен уничтожить все. Ровно еще как-то стреляет. Да, тут можно поймать это все. Просто жесть. Давай с тобой уже будем разбегаться как-то и воевать друг с другом. Давай, у нас... ты на свою базу, а я на да, свою. Давай, давай. У нас будет некая такая дуэль, будем убивать друг друга с разных оружием. Увидите, как в быстроте, это специально, без всяких модов все стоит, ребята. Майнкрафт без модов. У нас тут увеличена скорость, я не знаю, на сколько раз ты там увеличил, раза в 2, в 4, да, наверное? В три раза. Ровно в 3 раза. Офигеть просто, как все быстро стреляет, я просто, просто в шоке. Капец. Все, давай, давай, искать друг друга, давай. Раз, два, три. Поехали. Все, поехали. Давай, ищи меня. Так. Где ты? Я слышал тебя, я слышал вот этот вот лазер, про который мы с тобой разговаривали. Ты не найдешь меня, я уже спрятался. Возможно, я где-то вверху, а возможно и нет. Нашел. Так, теперь преследование. Лазер. Где ты? Нет. Ты меня убил, да. Давай еще раз, давай. У нас где-то по 2-3 раунда у нас будет на одних и тех же пушечках. Так. Давай. Я видел, ты где-то там полетал. Подожди, куда ты там улетел? Как тебя теперь найти? Я кручу этот, к северо-западу. Ты ага, там, поищи, хорошо, поищи. Я найду тебя. Только ты... Слышал, вон там, да, лазер. Да, слышал. Вон там, слева. Где же ты? Эй. Да ладно! Лол! Рандом сегодня на моей стороне. Ну все, третий раунд мой, не сдадимся, пацаны! Так, а где ты опять? Я думаю, хитро сыграть. Нет, я прыгнул! Зачем я прыгнул? Не получилось хитро сыграть. Кстати, у нас бесконечный патрон, если вы уже заметили. Я хотел спрятаться, а в итоге он взял и подпрыгнул. Я думаю, ааа, что за фигня ты мне? Нет! Вот попробуй, найди меня. Давай, догонишь? А где ты? Мансы. Я на поле. На поле? На каком? Да. А ты найди. Нашел! Нет. Блин, 80 хп, у тебя сколько хп осталось? Я 30. Есть, я проконтролировал, я же сказал, что я победю. Так, а что у нас теперь? Мы прописываем другие оружия. У нас теперь... Дуал-берецы. Да, согласен. Как говорится, сломаем мы игру сейчас. Сломай главное. Мы уже пробовали, кстати, двойные берецы. Подожди, я прописал уже. А, да, они выпали. Сейчас просто, ребята, офигеете, насколько мы сломали игру, когда прописали скорость и береты. Так ты стрельни, покажи уже. Просто чисто правый, понимаете? Да, левый, у меня левый стреляет. Только левый? Да. А у меня чисто правый. Лол. А где так ты? Что, ребят, если вы хотите, вы можете поставить лайк за то, что мы сломали эту игру, потому что это просто эпик. У него стреляет чисто с левого, а у меня стреляет чисто с правого. Да, я аж икнул такой. Капец. Просто левый пистолет стреляет. Давай, я уже ищу тебя. Я жду. Где ты? Раз, два, три. Оп, я в воздухе, как Спайдермен. Нет! Где? Вон он. Как по тебе попасть? Я даже не знаю, с какой скорости здесь пули летят. Я тебя вижу. Это знаешь, какое-то шоу Боннихилла такого. Я не попал. У меня 65 хп. Как попасть при такой скорости? Нет. Это невозможно. Я не попал по тебе ни разу? Попал. 7 хп снял. Походу, куда-то в 5. Да, у меня 35.
Лол! Лол! Гоу, еще. Давай два раза набери, так с тобой сразимся. Давай. Так, где ты? Где ты? Я вот лечу. Я просто... О, я попал, я видел. Я видел кровь. Видел, пустил кровь. О, еще должен был попасть, нет? Да как они не долетают просто? А вон... Так, подожди, где ты? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он! Так, а что у нас следующее-то идет? У нас идет Зевс. Зевс следующий. Самое интересное, Зевс. О, да. Че, покажем? Покажем? Давай. Это просто как в Ганста, Ганста, вот эти Гангста, щит, бичес. Да, да, да. Это у них усички, знаете, там по три патрона стреляешь. Вот так же, кто помнит, кстати... как Васити, вот когда усишки поднимаешь. Да, есть такое. Слушай, реально, он такой же приглушенный, такой же прям очередями. Так, чё, всё, убиваем? Не подходи ко мне, у меня Зевс. Да как поймать? Просто посмотрите на его движение. Как, лол? Я попал по тебе? Да, ты попал. Я один хп, да, наверное, оставил. 16. Офигеть. 16 хп ты мне... Я в шоке, я думаю, как ты меня вроде попал? Нет! Опять попал, нет? Не-не, сейчас где, не получилось. Где? Да тут вообще, как попасть-то, когда все так быстро движется? Где? А, вот он. Вот он, я. Подожди, где? Да лол! Давай еще один, Давай. Это, кажется, самое интересное. Да, слушай, эти зевсы, это просто, я не знаю, еще такие движения. Где ты? Да ё-моё! Офигеть! Давай ещё разули, прям понравилось. Так, чё, идём, да? Я иду. Так, я теперь попробую хитрости взять. Хитрости? Да. Я понял. Лайк Нигас, Ты где? Может, в доме? Да ладно! Я за тобой так долго бегал, лол! Ну ладно, давай следующее. Следующее у нас получается калаш. Да, одно из самых интересных, ребята. Я уверен, вам было бы интересно посмотреть на это. Давай очередью просто. Я как горец какой-то с автомата. Смотри, какой рандом. Это как дрель. Да. Нет. Просто рандомище. Убил. Да. Так, что, бежим, да? Так, ты где? Оп. Там с такого расстояния. Это вообще будет эпик. А если в прыжке? Калаш вообще рандомная. Я хотел 360 и только повернулся вправо и сразу в голову патрон. Давай еще раз. Давай. Теперь я лечу к тебе. Где ты? Да как ты так быстро управляешь? Я сзади как-то оказался. Ты какой-то читер. Тебя постоянно в голову. Это все скорость. Были пули быстрые. Давай, я лечу к тебе. Последний раунд. Я не хочу столь проигрывать. Хотя бы сейчас. Ай, ты убил меня. Что у нас следующее идет? У нас идет АВП. Слушай, АВПшечка. Это тоже будет интересно. Че, без ноускопа давай? Да, конечно, без ноускопа. Тут без ноускопа, то есть... А, стреляй, знаешь, как будто игрушечная такая, прям стрелялка. А ты, кстати, уже попал, ты в курсе? Попал? Когда? Да, как? 20 хп. Отнял или осталось? Осталось. Она, знаешь, на что похожа? Тоже, кстати, с GTA Vice City, если брать, там какое-то скорострельное оружие. Да. Я помню. Там скорострельное оружие. Да. Вот когда миссию проходишь еще, знаешь, где брата спасти надо. Там по головам стреляешь. Да. Вот это было нечто. И знаешь, такое с окошечко. Хоп. У тебя прикрытие. Надо прицелиться. Подожди. Оп. Тут вообще лютый рандом. Я даже не вижу, куда они летят, пули. Как попасть? Ты по мне ни разу не попал! Я попал! Лол, это просто... Офигеть! Давай еще раунд. Давай еще один раунд. Давай. Так, где ты? Теперь я террорист. Сторонами поменялись. Так, давай, ты где? Готовь попу. Готовлю, давай. Свинцом! Ты не попал! Подожди, где ты опять? Где ты? А, вот, ты внизу вообще! Так, не попал! Знаешь, прям в упор, вот так, на! Попробуй догони! Может, знаешь, как вот, прыг... О, нифига, лол, попал!
Давай еще раундик, давай еще раундик. Все. Не, я просто тоже в сухую не хочу проиграть. Давай, знаешь, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Оп, 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 в полете. В полете, в полете, в полете. Ну дай мне хоть раундки. Ну, ты меня 4 в чем-то выиграл, я не помню в чем, в Негиве, не в Негиве, в каком-то ты 4 в сухую меня прям сделал. А в этом, в Зевсе? Да, 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 точно в Зевсе. Да подожди, да как попасть-то по тебе? На. Ты думаешь, пригнувшись, что-то... попал! Мне уж цикотно, я убегаю от тебя, просто бегу! Я не могу понять, куда ты убежишь. Стой, а ты не спрятался? Нет. Вот, я сижу. На. И ты... Не попал? Не получилось. Ай-яй-яй-яй-яй, я чувствую, прям сейчас попадешь. Нет, ну пожалуйста, ну можно мне. Да я же стреляю четко в середину экрана. У меня тут уже сейчас я с фломастером посреди экрана нарисую. Подожди, где ты? Где ты? Вон он. Улетаю! Подожди, оп, должен попасть! Ладно, попал. По красоте. Что у нас следующее? Револьвер, давай, братан. Давай, я за террористов опять, а ты за контртеррористов. Давай. Так, а я револьвер прописал, а ничего, я же еще не... Окей, так, все, револьвер у меня. Нет, не у меня, все у меня. Так, ты тут? Так, сейчас у нас револьверы, правильно? Да, я револьвер прописал уже себе, так, ты готов? Револьвер, да, я взял. Давай, раз, два, три, let's get it, bitches. Слушай, от первой кнопки мыши даже не слышно выстрелов, у тебя так же? Нет, у меня все нормально. В голову с такого расстояния. В голову. Воу. Жесть. Я с левой кнопкой мыши левой стреляю, и у меня вот в стрельне. Вот ты зажми прям, и не слышно выстрелов. У меня слышно. А у меня нет, воу. Так, ладно, я правой буду. Да. Воу, нифига, с одного выстрела убил меня. С тобой какие-то баталии между этим бассейном, знаешь? Да. Ну это такой прям пятачок, знаешь, такой. Оп! Попал в полете! Воу! Убил! Убил! Воу! Отыгрываемся. Готов? Давай. Я прям чувствую себя как это. Бассейн. И опять этот бассейн. Да. Блин, да какие, блин, всякие жердочки останавливаю. Давай еще последний раунд. Все, давай, последний. Так, и потом следующее оружие. Так, револьвер я взял. Окей. Прям чувствую. Я чувствовал. Так, давай следующий. Прикольно получилось. И ЦЗшка у нас напоследок. Сейчас самое интересное будет, ребят. Потому что Чешка, она просто неимоверно стреляет в рандом. Вы просто посмотрите на это. Да, давай покажем. Давай в стену. Давай сюда, приземляйся. Так. Вот давай, сюда, раз, давай. Два, три. Просто посмотрите. Она, знаете, вот это даже хуже пулемета. Да, пулемет куда лучше стреляет. Согласен. Просто капец. Посмотри, вот покажи, движение не успевает обрабатываться, и картинка огня просто обрывается. Лол. А, кстати, да. Видишь, да? Она не успевает. Да. Она такая прям не успевает обрабатываться. Дикий рандом. Так, ты готов? Дичайший рандом. Так, стой. Давай, все, три давай, раунда на ЦЗшках. Давай. Все. Раз, два, три, иди сюда. Да, давай. Я Карлсон, который живет на крыше, ёман фака. Вот это было жестко. Давай, теперь я буду прятаться. Я буду прятаться в домах. Ищи меня. Ага, значит прячемся, да? Да. А может тут? А может быть я тут? А где ты? Я вот спрятался, а тебя чуть не вижу. А ты слышишь, как я стреляю? Да, слышу. Прям на меня. Давай еще. Прям чербан, знаешь, я вот что-то не ожидал этого. Давай. Сейчас, знаешь, хотя бы там я выиграю, а там бам и в гол. А ни хренашечки! В полете! Давай еще один, давай еще последний. Так, где ты? Оооо, дратуйте! Ой, подожди, как? Я контролирую. Нет, я не контролирую. А давай напоследок покажем бомба, как взрывается, и закончим на этом. А, давай. Давай, вставь бомбу. Где она там? Куда ставить-то? На ТНТ. Да, пойдем так, на ТНТ. Да. Херач бомбу. Послушайте, как она тикает. Ну нафиг, я вот отлетаю, сейчас взорвется. Goodbye, motherfucker!
Алло! И главное, TNT все стоят. Да-да-да. Ну что ж, ребята, все, на этом мы заканчиваем наш ролик. Если вам понравилось, если вы хотите такие же быстрые перестрелки, такие же быстрые дуэльки, то пишите в комментариях, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на этого парня, он очень крутой, мы с ним будем больше КС-чек записываться. Ссылочки все в описании. И всем удачи, всем пока, друзья. Спасибо-спасибо, ребят. Если вам понравилась эта карта с Майнкрафтом, ставьте большой палец вверх. Да. И мы еще запишем. Очень много карт у меня приготовлено для вас, ребят. А на этом все. Мы с вами, наверное, прощаемся. Пока-пока, ребят. Пока-пока. И вот ножик такой...